Километровая пробка, из Эжвы в центр и с самого утра. На остановках толпы, недоволен народ и пестрят ленты. Люди не могут добраться до работы. Можно было избежать, но коммунальщики почему-то забыли посыпать реагентами. Выпал первый снег, гололед неожиданно. Слышны лишь оправдания с нулевыми аргументами. Неужели нельзя подумать заранее, проследить прогнозы, всем подготовиться, чтобы каждый год потом не выслушивать и традиционно не позориться. А пока в столице ничего не меняется, колеса скользят, машины бьются. Пусть те, кто отвечает за это, поживут в Эшве. Посмотрим, как они тогда доберутся. Между носом и губами есть участок с волосами. Да еще и непростыми. А с усинскими крутыми, В твиттере появился новый аккаунт. В микроблоге пишут усы Александра Диана, как хорошо живется под носом мэра Усинска и как они не хотят, чтобы он побрился. Пишут, что любят расти и торчать, что им нравится вместе с мэром гулять, что они дружны, никогда не расстаются, даже если мешают пить чай с блюдца. Идею усов уже хотят повторить. Карман Рамаданова и очки Гордеева. Регистрируйтесь и нажимайте ретвит твитов челки Ковзеля и пиджака Поздеева. Михаил Брагин, настоящий мужик старых правил, решил купить настоящий мужской журнал и тем самым начать Европу спасать. По мнению депутата Госсовета, слишком толерантные люди старого света. Брутальные журналы популярность теряют, но зато нетрадиционные процветают. Так и произошло с изданием Пентхаус, которое уже не один год издавалось. Но теперь за дело возьмется Брагин и положение вещей в Европе исправит. Похоже, Михаилу не имется. Лучше бы задумался, как людям в коме живется. На это все мне хочется сказать бла-бла-бла. Обычный пиар-ход, как всегда. Иная сторона Юргена покажет все. Все, что скрыто, то, что беспокоит давно. 100% инфо, не слезая с дивана. Время рэпа на ваших экранах.